Now, so, in this case, I'll be the person A. И в этом случае я буду партнер А. Татьяна is the person B. А Татьяна партнер Б. She's going to tell us her story, her success story. И она сейчас нам расскажет о своей истории успеха. I'm going to first take some notes. И я для начала сделаю кое-какие записи. Then when Татьяна's done, и когда Татьяна закончит, we'll try to draw this picture of her story. Мы попробуем здесь нарисовать эту картинку ее истории. The so-called deeper structure of her story. Глубинную структуру ее истории. Okay, Татьяна. Хорошо, Татьяна. Ну, история на самом деле очень простая. Она о том, собственно, как я стала тренером и психологом вообще. Uh-huh. Дело было очень забавно. Я не знала, кем я хочу быть. Я не могла себя найти, свое призвание. И в какой-то момент я случайно попала на один тренинг. Вот. И, будучи на этом тренинге, я очень четко поняла, что это как раз то, вот эти тренеры, вот чем они занимаются, это то, что я хочу делать. Это то, что отвечает вот тому, к чему я стремилась всегда, и вот то, что действительно мое. И я пришла и сказала вот одному из тренеров: ты знаешь, я хочу быть тренером, я буду тренером. Вот. Он так посмеялся надо мной и сказал: ну-ну, а ты, собственно, кто? Ты вот в техническом институте учишься, да, там вот на втором курсе. Тебе сколько лет-то? 19. Ну, молодец, давай, иди, ты будешь тренером когда-нибудь, да, может быть, учиться. А я сразу спросила, что нужно для этого, чтобы стать тренером. Он мне сказал: ну, надо сначала пройти, там определенную лестницу была иерархическая там. Вот. Я сказала: хорошо. Это все? Он сказал: нет, ну, еще книжки психологические почитать. Хорошо бы тебе образование психологическое получить. Я сказала: хорошо. И я стала делать все это, и у меня был человек, который меня очень поддерживал, который прямо сразу сказал: да, ты будешь тренером, я это точно знаю. И он мне постоянно, я с ним советовалась, когда вот какие-то возникали критические ситуации, когда можно было все бросить, там и сказать: нет, это слишком сложно, он меня все время поддерживал. Вот. И я сама удивилась, когда ровно через год я стала тренером. Я уже тогда поступила на я бросила технический институт, в котором я училась, я поступила на психологический факультет, и он, человек этот, тренер, которому мне говорил, ну да, там, мне было 20 лет тогда, и он подошел ко мне и сказал: слушай, а ведь ты стала тренером? И я подумала: да, wow. Так оно и есть, и вот, это вот nice. Такая история. Thank you. Спасибо. Okay. Yes. Congratulations. So I think, because by the way, I think what's nice is. Между прочим, я думаю, что то, что хорошо. Sometimes we put too much emphasis on problem solving. Иногда мы слишком большой акцент делаем на решение проблемы. Not on success analysis. А не на анализ успеха. Success analysis has to do with. Анализ успеха имеет отношение. When we've been able to do something well, what has happened? How does that work? Тому, что произошло, когда мы что-то сделали успешно. Now, there's an interesting thing that I notice here. Интересно, то, что я замечаю здесь, это. We have the success story. У нас здесь история успеха. And of course, our task now is to map it. И, конечно, сейчас нашей задачей является нарисовать карту. Пока Татьяна говорила, я записывал ключевые слова. Точно так же, как вы будете делать в упражнении. Now, what we're gonna do is to make a map. А теперь то, что мы собираемся сделать, это мы нарисуем карту ее успеха. Now, Татьяна, the map is not the territory. Но, Таня, карта — это не территория. It's not like this is gonna be the truth. Это не то, чтобы это было истиной. But the idea would be, we go, is this telling the story? Does this map tell the story? Но идея состоит в том, чтобы эта карта, рассказывает ли она историю? So, as I was listening to Татьяна, и когда я слушал Татьяну, and by the way, this is how we do it, и, между прочим, это то, как мы это делаем, I'll start making the map, я начну рисовать карту, Татьяна will help me to draw the arrows and make sure that we've captured her story. И Татьяна поможет мне рисовать стрелки, и она убедится в том, что мы поняли ее историю. So, here's what I heard in the deeper structure of the story. И вот что я услышал на глубинной структуре истории. Because I was thinking of loops. As she was speaking, I was thinking, where are the loops here? Потому что я думал о петлях, когда она говорила, я думал, где здесь петля?
So I had a key word, of course, as trainer. И, конечно, я услышал ключевое слово тренер. And then I saw kind of two loops. И я в каком-то смысле увидел две петли. One loop was a how loop. А одна петля была про как. How to be a trainer. Как быть тренером. And the other loop. А другая петля. Was a who loop. Это была кто петля. Who am I? Кто я? Okay. So there's a who loop and a how loop. Значит, две петли: кто и как. Now, what I was hearing Татьяна say in the kind of the deeper structure of some of the things we've been talking about here. И то, что я услышал, как Татьяна говорила на глубинной структуре, это одна из вещей, о которых мы уже говорили здесь. This how loop was kind of centered around a particular teacher or trainer. Как была сфокусирована вокруг определенного учителя или тренера. I don't know the name of that trainer. Я не знаю имени этого тренера. But this to me is a specific person. It's different than this trainer is. Но это определенный человек. Это отличается от этого тренера. Это ты. There was a she went to a seminar. Значит, она пошла на семинар. Met this trainer. Встретила этого тренера. He defined a path. Он определил для нее путь. These are the things you need to do. Вот что тебе нужно делать. But who are you to be a trainer? Но кто ты такая, чтобы быть тренером? So this person helped her define how to do it. А этот человек помог ей понять, как это сделать. But was the one that said you'll never be a trainer. Но он почти сказал, ты никогда не станешь тренером. On this side, though, а с этой стороны, you had a mentor. У тебя был ментор, who helped you to believe in yourself. Который помог тебе поверить в себя. Yeah. And so this was the who loop, my mentor. Итак, это была петля кто? This is the mentor. How loop, my teacher in a way, the one that helps me to find it. В каком-то смысле это был учитель, который помог узнать как. And somehow finally. И в конце концов. This what I was interested in trying to map out here is. То, что меня интересовало, когда я пытался нарисовать эту карту. There was a certain point when this one also said, "Yes, you're a trainer." Был определенный момент, когда этот тоже сказал, "Да, ты тренер." It's almost as if somehow. Это как будто бы каким-то образом. I feel like, Татьяна, I feel like to tell your story better. We need to have some arrows from. Татьяна, я думаю, что для того, чтобы рассказать твою историю лучше, нам нужны были бы какие-то. Стрелки отсюда сюда. Maybe there's some accomplishments that you did. Может быть, здесь есть какие-то достижения, которые у тебя были? Ну, если там достижения, ну вот поступление, например, в университет, вот. Да, на тот момент. Обучение. Okay. Да? Okay. So that was somewhere here in this path. А это было где-то здесь, на этом пути. Part of the path was частью пути entering было the university. Поступить в университет. And then what happens? И потом что произошло? А, ну еще, конечно, очень важно, что люди постоянно, вот люди, с которыми я работала, удовольствие огромное вот доставляла мне работа, конечно. И обратную связь сразу и результат видела. Вот, это очень было важно. А, okay. So there's a So one of the other things we have to add into our story is something about feeling of pleasure. Добавить к этой истории это чувство ощущения удовольствия. It's, you know, I almost hear that as. Я слышу это почти как. A third loop that's sort of a self loop. Третья петля, которая замкнута на себя. That for me, there's also this sort of a. Для меня это также. A self-loop that has to do with pleasure. Петля, замкнутая на себя, и она имеет отношение к удовольствию. In doing this work. От того, что ты делаешь эту работу. Now, here's some questions that I have, though, and. И у меня здесь есть кое-какие вопросы. I'm doing this as much to illustrate the process as anything else. Я это делаю просто для того, чтобы проиллюстрировать процесс, так же как и в других целях. Right now we have an arrow going to the university. Значит, у нас есть стрелка, которая показывает, где она поступила в университет. And I don't know if this mentor or believing in yourself had anything also to do with the university. И я хочу знать, имеет ли какое-то отношение ментор или это вера в себя к твоему поступлению в университет? So how? Как?
Ну, это была одна из идей, в общем. So, but believing in yourself sent you to the university? Значит, вера в себя отправила тебя в университет. Да, и ментор тоже. And the mentor. And did going to the university help you to believe in yourself? А то, что ты пошла в университет, помогло ли это тебе верить в себя? Ну, в общем, да, потому что я, в общем, была достаточно уже, как на мой взгляд, стара для того, чтобы поступать в университет, снова все это вспоминать. Ну. So the interesting thing is there's also then an arrow back. Значит, интересная вещь состоит в том, что здесь есть и стрелка в обратном направлении. So believing in myself sent me to the university. Вера в себя отправила меня в университет. Also helped me to believe in myself. И это также помогло мне верить в себя. So that becomes an important part of the story. Значит, это становится важной частью истории. So by the way, again. И между прочим, еще раз. As we start to work on this map. Когда мы начинаем работать с этой картой. It might start to get very complex looking. Она может начать выглядеть довольно сложно. Our goal at this point is simply to try to capture all the key parts. И наша цель в этот момент это просто ухватить все ключевые части. So going to the university. Итак, поступление в университет. Is an important part of the story. Это важная часть истории. So we have to find out how does it connect with the other. И необходимо обнаружить, как это связано с другими частями истории. Just to show this again. Для Another того, чтобы... So what else, Татьяна, is there anything else that was really important that we don't have up here now? Показать. Есть ли еще что-то такое важное, чего у нас до сих пор нет здесь, в этой карте? You went to the seminar. Значит, ты пошла на семинар. You met this trainer. Встретила этого тренера. He helped you establish a path. Он для тебя определил путь. That path involved going to the university. Этот путь включал в себя поступление в университет. There was also a mentor that helped you to believe in yourself. Но был также ментор, который позволил тебе верить в себя, помог тебе верить в себя. Strengthening that belief helped you to go to the university. Это помогло тебе поступить в университет. What else? You said there was something in the story about at a certain point this person. Ты сказал, что в этой истории было что-то. Ah, you're a trainer. В какой-то момент этот человек сказал: "Ага, ты тренер." How did that happen? Tell us how did that happen. Как это произошло? Расскажи нам, как это произошло. Ну, это произошло там через год на одном из тренингов, когда мы уже работали в одной команде. Вот в этот момент он просто, мы просто как-то, ну, во время какого-то упражнения сидели и разговаривали. Я говорю, знаешь, Кирилл, в общем, прошел уже год с тех пор, как я сама была студентом. Если помнишь, я тебе говорил, что я буду тренером. Так вот, я тренер. Yeah. Он говорит, да, ты поступила в университет, ты прошла весь путь, ты со мной работаешь в одной команде. Мало того, ты еще где-то там детские какие-то тренинги ведешь. Слушай, да ты тренер. О, я тебя поздравляю. So somehow it seems then that there is a. Итак, каким-то. There's another loop that after you've done this. Образом, похоже, что здесь еще одна петля после того, как ты сделала это. That after you've finished this path. После того, как ты завершила этот путь. Then you being a trainer somehow gives this isn't just a how loop. This is also another who loop. Здесь еще одно кто. You know, that somehow by reaching to here, this also got reinforced. Что каким-то образом, достигнув этой точки, это получило подкрепление. And then it also seems that this person. И потом кажется так, что этот человек позволил тебе больше верить в себя. Да. Now, by the way, just in a very simple way. Между прочим, это очень просто. One of the things that I pay attention to. Одна из вещей, на которую я обращаю внимание. When I'm drawing this arrow over to here. Когда я рисую эту стрелку вот сюда. Татьяна is going, yeah, yeah. Татьяна говорит, да, да. That lets you know. Это дает вам знать. This arrow is important. Что да, эта стрелка была важной. These aren't just, again, this isn't just marks on the board. Это не просто пометки на доске. This is a story. Это история. Now, by the way, the value of capturing. Между прочим, ценность того, что вы все это понимаете. Some of the structure of the story. И понимаете какие-то части этой истории. Is then Татьяна can say, ah, now I know.
Это то, что Татьяна реагирует. Да, теперь-то я знаю. What are some ways? What are going to be some ways if I want to be successful in the future? Я теперь знаю, каковы те способы, с помощью которых я хочу быть успешной в будущем. One thing that is suggested by just what we've put up here so far. Вот как то, что мы нарисовали здесь до сих пор. That you need to find the path and the teacher. И мы говорили о том, что тебе необходимо найти путь и учителя. Find your mentor and the belief in yourself. Что тебе необходимо найти ментора и верить в себя. It's something that you need to have pleasure doing. И что тебе необходимо иметь удовольствие от того, что ты and делаешь. There's going to be some kind of marker. И что необходим какой-то маркер. That lets you measure, okay. Который позволяет тебе измерить. This is more of an identity. Здесь это больше like, касается идентичности. Like, to me, this university. А для меня этот университет is where the how and the who это то, come где together. Как и кто соединяются. That's why it was significant for you. Вот почему для тебя это важно. Is that right for you? Это так для тебя? Похоже на то. So again, in the future, even though we might put different some different words. И опять в будущем, хотя мы можем написать разные слова в этих местах. My guess is your success structure. Я предполагаю, что will be the same. Твоя структура успеха будет такой же. So one way to use the, even this map. И один из способов пользоваться прямо этой картой. It would be to say, Татьяна, is there something that you're trying to work on now? Это сказать, Татьяна, есть ли что-то, над чем ты пытаешься работать сейчас? You want to accomplish, but you haven't yet accomplished it. Это то, что ты хочешь осуществить, но еще не достигла этого. Да. Can you tell us a little bit about what? Ты можешь нам немножечко рассказать об этом? Ну, если брать тоже профессиональную среду, мне бы хотелось хорошую научную работу написать бы. Yeah. Хорошую научную работу написать. Great. So guess what? И как вы думаете, что? If we're a really good consultant, если бы мы были по-настоящему хорошими консультантами, she already has a deep structure я сказал бы, у нее уже есть глубинная структура для того, чтобы сделать это. This is one of my you know, tricks as a consultant. Это один из моих фокусов в качестве консультанта. You find out how somebody has already done something successfully, если у меня есть кто-то, кто уже сделал okay. что-то успешно, well, okay, we can use the same thing. Я говорю, хорошо, мы можем воспользоваться тем же самым. So instead of being a trainer, значит, вместо того, чтобы быть тренером, what's in there? Что там должно быть? She wants to write the scientific work. Она хочет написать right? научную работу. That's what her current goal is. Вот в чем ее нынешняя цель. Now guess what? А теперь знаешь что? We can find out. Is there something that you have pleasure about? Если здесь что-то по поводу чего ты можешь получать удовольствие? Я думаю, что да. Although sometimes people might go, oh well, I guess that's one part I better work on. Иногда люди говорят, о, это, пожалуй, та часть, с которой мне нужно поработать. Do you have a mentor for this scientific? А у тебя есть ментор для этой научной работы? Пока нет. Not yet. Пока нет. So guess what? Значит, знаешь что? I know, we know one thing that she needs. Мы знаем, что есть одна вещь, которая who could ей be нужна. Your mentor? Кто мог бы быть твоим ментором? Ну, искать надо. Okay. Well, can you think of who might be? Who, where would you look? Ты можешь подумать о том, где ты будешь искать, кто мог бы быть твоим ментором? Ну, например, ты. Sure. Hey, I'll tell you what. Вот что я тебе скажу. I have mentored more people in writing books. Я был ментором для большего количества людей, чем писал книг. And I always write the preface to the book, so you've я всегда пишу предисловие к книгам. Хорошо. So you've got my commitment to write your preface. I have yes, she has my commitment to write the preface. Ага, он напишет предисловие к твоей книге. But also, you know, she needs somebody. I mean, maybe I'm a good mentor in this way, but может быть, я хороший ментор в этом смысле, но somebody to help her believe in herself in an ongoing way if she has difficulties in writing. Но если кто-то, кто мог бы помочь ей верить в себя, когда у нее возникнут проблемы на этом пути. Я думаю, что да. Okay. Good. Хорошо. We know the other side that she needs. И мы знаем другую сторону, которая ей нужна. Is some kind of path.
Это какой-то путь. Do you have a good teacher that helps you to know what's the steps to write the scientific work? У тебя есть хороший учитель, который может помочь тебе понять? Я думаю, что да. Okay. So, be careful. It's going to be too late. You're going to finish this. Осторожно, может быть слишком поздно, нужно это завершить. And it won't even be a year. Это может случиться даже раньше, чем через год. But you see, I mean, by the way, you see the point. It's so simple. Между прочим, видите, в чем суть? Это так просто. We model a past success. Мы моделируем прошлый успех. And you use the same model for how you're going to make a future success. Why not? И мы это используем как модель для того, чтобы достичь успеха в будущем. А почему бы нет? But we don't always know what to look for for our success. Не всегда знаем, чего нам надо искать для собственного успеха. Because we don't model our own good work. We don't model our own success. Мы не моделируем свою собственную хорошую работу, свой собственный успех. When you model it, it becomes easy. Когда вы моделируете это, становится легко. I need this. Значит, мне нужно это. I need the teacher who helps me find the path. Мне нужен учитель, который поможет мне найти путь. And the question in the scientific work, my last question for the demonstration. И мой последний вопрос для этой демонстрации. Would be, is it, what would be in the place of the university? А что будет на месте университета? As an analogy. Университет. Same university. But is it the same like going to the university? Это точно так же, как ты поступала в университет тогда сначала? Ну, практически. Practically, how would you adjust it though? А как ты это изменишь? Как там два будет места. Там будет университет раз и какой-нибудь, типа NLP World, там журнал два, например. Что? Журнал NLP World. Yeah, sure. NLP World and NLP. So this becomes her reference point. Значит, это становится то, с чем она сверяет, тем, с чем она сверяет. Да, и это, и университет остается тоже, там их два получается. Yeah, and the university also stays. So, again, as a consultant, и опять, в качестве консультанта, I could go further with Татьяна now. Я могу продолжить это с Татьяной сейчас. To help her really get more clearer and clearer about these pieces. Для того, чтобы она все больше и больше ясность получила в отношении этих частей. But I think for the purposes of the demonstration. Но я думаю, что в целях демонстрации. I think you can get the basic idea. А я думаю, что вы уже можете получить общее представление. We make a success analysis, a systemic success analysis. Мы делаем системный анализ успеха. Finding the loops, the loops. И находим петли. Connections. Соединения. That somehow characterize the deeper structure of a success. Которые в каком-то смысле характеризуют глубинную структуру успеха. When you have the deeper structure of the success, и когда у вас есть глубинная структура успеха, you can just map it over into something new. Вы можете перенести эту карту просто на что-то новое. And Татьяна, then you build success upon success. И тогда ты будешь, Татьяна, успех строить на успехе и строить на успехе. So, and I look forward to writing your preface. Я с нетерпением жду, когда я смогу написать предисловие к твоей книге. For NLP World. Для журнала NLP World. Спасибо. Thank you. Thank you. Great. Okay. So. Хорошо. Итак. What do we do as consultants? Что мы делаем как консультанты? What we do as consultants. Что мы делаем как консультанты? We know that people already have the capabilities they need. Это то, что мы знаем, что у людей уже есть те способности, которые им нужны. Консультанты на самом деле не приходят и не говорят людям, что они делают неправильно. Первый шаг. Вы приходите к людям и узнаете, что они делают правильно. И вы моделируете это и делаете больше этого. The powerful thing about working at the level of process.
И сильная вещь в отношении работы на уровне процесса в системе. That a process that works well for something will work well for something else. Это то, что процесс, который работает хорошо в отношении чего-то, будет хорошо работать в отношении чего-то другого. That one of the things in systems theory and cybernetics. Одна из вещей, которая существует в системе системном мышлении в кибернетике. That what makes a healthy tree makes a healthy company. Это то, что создает дерево здоровым, создает и компанию здоровой. What makes a healthy ocean makes a healthy organization. Что делает океан здоровым, делает и здоровую организацию. Everything is a metaphor for everything else. Все является метафорой для всего остального. If we can capture the structure of success, we can make more of it. Если мы можем ухватить структуру успеха, мы можем сделать больше этого. That's the idea of a learning organization. И в этом состоит идея обучающейся организации. I think one thing that people do because they don't have NLP. А одна из вещей, которые люди делают, потому что они не владеют NLP. They succeed. Состоит в том, что они преуспевают в чем-то. But then they just focus on the content of the success, not the process. Но после этого они фокусируются на содержании успеха, а не на процессе, с помощью которого достигли его. The only difference I can often tell, the only difference between me and a lot of the accomplishments I've had in my career. Я могу совершенно точно сказать, что разница между мной и теми достижениями, которые у меня были в моей карьере, and other people who I see that are less successful, и между другими людьми, которые, как я вижу, менее успешны, but who have had similar opportunities. Дело в том, что у нас были одинаковые возможности. It's simply this. И разница лишь в том. NLP has given me the tools to be able to go, how did I do that when I was successful? NLP дало мне инструменты для того, чтобы я сказал, как я сделал это для того, чтобы достичь этого успеха? How did I do that? Как я это сделал? Then I can do it again. И тогда я могу сделать это опять. Even if the content is different. Даже если содержание другое. So that's the goal of this exercise. Значит, это является целью данного упражнения. Okay.